Всем привет! У нас задача научиться искать во множестве источников нужное нам слово. На прошлом занятии у нас было такое интересное имя Тхруга, и нам его требовалось найти где-нибудь. Предположим, вы используете не один, не два, не три источника или книги, а множество. Вот у меня тут, например, аж целых 60. В каждую книгу не полезу. Это нереально. Поэтому что я делаю? Я копирую нужное мне слово и в проводнике его забиваю. Нажимаю «Ввод». И из 60 источников мне остается прошерстить целых 15. Например, я могу открыть Бэрроу и посмотреть, что же предлагает он на предмет Тхруга. Бэрроу говорит, что Тхруга твердый, с небольшой этимологией, и это мы уже можем использовать в наших изысканиях. Я помню, что в одной из книг мы находили интересное сравнение Тхруга, и я хочу сейчас найти этот кусочек. Ну, в данном случае Тхруга с долгим «а» на конце – это не совсем то, что нам надо, поэтому мы это закрываем, не ищем. Куда я еще могу заглянуть? Кёйпер. Тхруга. Все выпадаем. Ну, тоже не совсем с долгим «а», тоже не совсем наш вариант. Я не ищу в каждой книге подряд. Это занимает слишком много времени, а на нашем семинаре оно ценное. Я иду смотреть конкретно в отсортированной уже книге. Вот, Бируни, например, нам говорит, что Тхруга – это полярная звезда. Это уже близко к тому, что мне нужно. Мы можем искать не только латиницей, но и кириллицей. И я ищу нужный мне кусочек. Вот, их тут несколько. И вот он есть. Полюс на языке индейцев называется Тхруга. И сравнивается небо с гончарным кругом. Это то, что я искала. Это уже то, что можно копировать и использовать в постах, например. Или выкладывать в наш чат во время семинара. Вот так. Поиск через проводник упрощает и ускоряет нашу работу. Пользуйтесь!